Почему я акцентирую ваше внимание на гражданских активистов? Многие еще наши люди в полной мере не осознают их роль и значение. На самом деле ситуация такова, что именно сейчас наступил момент, когда наше общество будет вынуждено активно сопротивляться. И в этой ситуации режим применит старые репрессивные механизмы. Будет преследовать людей, штрафовать и так далее. Вы помните известный, лозунг, что ли, «один за всех и все за одного». Он же не случайно существует. Здесь мы должны понимать, что если мы не поддержим этих активистов, завтра система просто утрамбует, что называется, под асфальт. Просто утрамбует, потому что этот режим, он не имеет никаких амортизаторов в лице со стороны гражданского общества, когда люди оказывают давление. Суды, они находятся под давлением режима, выполняют любые их поручения. И у вас единственное спасение, единственная поддержка – это ваше окружение, собственно, сам народ. И нам это чрезвычайно важно. Мы хотим добиться, чтобы действительно вышли на улицы страны десятки тысяч людей и сменили режим. Другого способа нет. Как массово выйти. Кто-то говорит о том, что нужна сила. Так вот, в этом и заключается сила, когда общество десятками тысяч выходит на улицу. Не с палками, не с дубинками, не с каким-то мифическим оружием, а именно просто берут власть силой, массой. Массой, когда десятки тысяч людей выходят, вы складываете эту силу и понимаете, что это гигантская сила, способная снести любой режим. Вот чего нужно добиваться, а это возможно только солидарностью при поддержке гражданских активистов. Именно поэтому, уважаемые друзья, я призываю поддерживать гражданских активистов, потому что так мы завтра будем поддерживать сами себя.